Сидит собака, думает в себе, хозяин мой, он добрый очень, заботится все дни он обо мне, встает, бывает, даже ночью. Меня он кормит и купает, а если вдруг я занемог, ведет скорее ветеринару, он точно для меня есть Бог. И кот сидит и размышляет, о том же думает в себе, но вывод делает иначе в своей кошачьей голове. Если хозяин кормит, ведет к врачу, коль занемог, лоток за мною он выносит, то для него я точно Бог. Вот так и люди поступают, одни благодарят Творца, другие благо принимают, но Богом видят лишь себя.